Сотрудники администрации города проверили, как предприниматели следят за чистотой на территории, прилегающей к магазинам и офисам. Владельцев заведений, перед которыми снег не убирают, предупредили о возможных санкциях. Мы проверяем, как предприниматели, арендаторы, собственники магазинов соблюдают правила благоустройства. То есть очищают ли тротуары, входные группы и парковки от снега. Сегодня сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства Первоуральска прошлись по улице Ватутина. Самое распространенное нарушение – плохо расчищенные парковки перед торговыми точками и офисами. Из-за того, что снег здесь не убран, автомобилисты высаживают пассажиров на проезжей части. Также у проверяющих есть претензии к состоянию входных групп и тротуаров. Все нарушения были зафиксированы, а владельцам и арендаторам магазинов выданы предписания. Навести порядок они обязаны в течение недели, иначе предпринимателям грозит штраф до 10 тысяч рублей. Данные проверки проводятся в зимний период, ежегодно, с 15 октября по 15 апреля. Из-за этих снежных валов можно не увидеть автотранспорт, что создает угрозу для жителей Первоуральска.